Главное, как известно, сердцем не стареть. А для фонтана сердце – это его насосы, которые находятся под землей. Каждую весну они проходят техобслуживание, проверяют исправность их работы, заменяют старые детали. Но сегодня лоск наводят на поверхности. Из-за постоянного контакта с водой металлические детали фонтана очень быстро окисляются. Сложно поверить, но эти самые трубы красили всего год назад. А вот в такое состояние они пришли за 5 месяцев работы фонтана. Сегодня их отшкурили, обезжирили и покрасили. И даже начислили для блеска каждую вот такую насадку. А всего их здесь 620. Это число символично. Столько юнг погибло во время Великой Отечественной войны. Этому фонтану уже 30 лет. И чтобы каждый год он снова радовал самарцев, за его состоянием тщательно следят. Вот в этом году мы пробуем корабельную краску, посмотрим, как она будет себя вести. Немножко изменилась технология. Отвердитель добавляем. Всего в Самаре 33 фонтана. И такие работы с наступлением тепла идут по всему городу. Уборка мусора. Зачистка всех труб, покраска всех труб, вывоз. Это вот фонтан большой, оборудование здесь на месте стоит. На небольших фонтанах мы оборудование все собираем. И сейчас вывоз, крепление, монтаж оборудования идет. Первый пуск фонтанов запланирован на 23 апреля и станет украшением общегородского субботника. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.